Видео подготовлено онлайн-гдз.нет. Задание номер 2837. Необходимо привести выражение к многочлену стандартного вида. А. Произведение двух на разницу а минус 2 и на сумму а плюс 2. Вспоминаем формулу, что а минус b умножить на а плюс b равно а в квадрате минус b в квадрате. То есть нам с вами в итоге надо привести наше произведение квадратов чисел, которые в скобках у нас, разница квадратов, умножить их нужно просто на 2. Таким образом мы получим 2 в квадрате минус 8. Б. Произведение х суммы х плюс 4 и разницы х минус 4 будет равно х в кубе минус 16х. В. Произведение 5c суммы c плюс 3 и разницы c минус 3 равно 5c в кубе минус 45c. Г. Произведение 7d в квадрате d минус 1 на d плюс 1 будет равно 7d в четвертой степени минус 7d в квадрате. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. А если у вас есть вопросы, подписывайтесь на наш канал и социальные сети. Ссылки найдете в описании.